Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero, и сегодня протестируем Викинга Молота. Многие, возможно, зададутся вопросом: Мишаня, почему Викинга Молота вроде бы так частенько на нем отыгрываешь, тем более обзоров дофига и больше было. Но сегодня, если честно, я решил протестировать для вас Молота с устройством на дуплетик, поскольку, ну, многие на стримчиках прям интересуются, почему же не дуплет, почему именно слагер и так далее. Сегодня разберемся и протестируем, и, скажем так, дадим обратную связь по поводу этого устройства. Друзья, ну а кому нравятся такие подобные видеоролики, не забывайте поддерживать лайком и не забывайте писать в комментариях, что же вы хотите видеть в ближайшее время в плане там обзоров на устройства, на иммунитеты, пушки, корпуса и так далее. Возможно, какие-нибудь разговорные видеоролики в плане, не знаю, обсуждения танков в лайн, какие же обновления в нашем будущем ждут в игре. Сегодня будем разбираться, сыграем, наверное, несколько битв. Я думаю, что на Харьке отыграем и на Викинге, поскольку эти два корпуса, наверное, актуальны в нашей игре, по крайней мере. Я частенько ими пользуюсь. Кстати, звонки очень маленькие, странновато. В 3 часа дня, друзья, по Украине, играя в 3 часа дня, вот такие звонки играть. Видимо, все же большинство ребят находится на учебе, студенты, на работе и все остальное. Ну, поехали, друзья. Какие же минусы, в первую очередь? Давайте поговорим о минусах и скажем потом плюсы, какие же устройства есть. На форум мы сегодня забегали, поскольку данное устройство уже нерфанули, наверное, около полугода назад. Я когда раньше отыграл, конечно, получал совсем другие эмоции, и мне есть с чем сравнивать. Многие ребята, зрители, возможно, даже не знают, не догадываются, какое устройство раньше было, как оно работало, насколько оно нагибало. Но сейчас, конечно, это небо и земля, и по 800, точнее, 800 и 300 урона на дистанции, скажем так, ну, не столь большой, хотя, мол, считается средней дистанции, мы нанесли с бустером такой огромный урон. Шикарно. Вот вам и молот с дуплетом, скажем так. Я уже негодую, потому что я помню, как я на нем играл и на уровне слагера уничтожал всех и мог позволить себе дать мгновенно два выстрела. Друзья, кто не знает, то на этом молоте можно сразу же дать два выстрела и тем самым, возможно, уничтожить средний корпус. Но данное устройство лишь хорошо будет себя проявлять на ближнебойных картах. Какая-нибудь карта, там, песочек, сандал. Конечно, плата тоже подходит, но честно, там, буквально вы отъедете от противника на 2-3 корпуса, и у вас урон просто в 2 раза режется, друзья. Вот этим мне очень сильно не нравится это устройство, поскольку я отыгрываю зачастую на стримчиках, ну, как группой, зачастую, если даже без группы, частенько попадаются карты наподобие, там, Кунгур, Шоссе, Серп, какой-нибудь, не знаю, какие еще карты, Red Alert тот же, уже урон маленький. Смотрите, мы просто наносим урон такой, минимальный, 1300, благо сейчас, конечно, дали хороший урон. И, кстати, по-моему, у этого молота даже нет крита. То есть на этом молоте мы, как минимум, по идее, надо проверить, конечно, не можем игнорировать резист. То есть против этого молота очень хорошая защита будет от молота, как ни странно, поскольку с обычным молотом, допустим, слагером тем же, когда я играю, есть крит воздействия. Крит воздействия игнорирует резист противника, если у него есть. У этого молота крит воздействия вроде бы как бы нету, да? Мы, конечно, проверим и разберемся в этом, пока что не вижу. Да, у нас есть, конечно, первое место, в принципе, неплохо, но пока что сравнение, конечно, не подается. А также, если вдруг я еще не сказал по поводу того, что молот данный, хоть и имеет два выстрела мгновенных, да, которые мы можем просто сразу выдать и шотнуть, допустим, средний танк, хотя на большой дистанции вам и не получится никогда шотнуть в средний танк, но в ближнем бою, конечно, попытка и шанс есть. Вот в ближнем бою, конечно, урон, в принципе, очень подобный слайгеру, но на большой дистанции падает. А то, что у вас есть два выстрела, которые вы можете как бы по факту быстро дать, но после двух выстрелов у вас перезарядка примерно как у слайгера, у которого три выстрела в залпе. То есть вы перезаряжаетесь на уровне обычного молота. Да, конечно, два выстрела можете дать, но перезарядка немного дольше действует. Ну и том, что у вас очень сильная потеря на большой дистанции на этом устройстве идет. С овертраймом вроде бы все в порядке. В принципе, с овертраймом можно отыгрывать очень неплохо. Мы как можем дать хоть мгновенно два выстрела, да, по противнику. Ну, просто урон 480, друзья. С лагером такое бы и не давал. И кашет, конечно, с резистом. Но урон просто на дистанции просто минимальнейший. На нем неприятно отыгрывать на больших дистанциях. Плата еще кое-куда не годилась, скажем так. 800-500 урона в ближнем тут бою, друзья. Хотя попадаю вроде бы точно по противничку. Звонки, конечно, маленькие, но что поделать, в нашем матчмейкинге, к сожалению, рандом прям дикий, и
То попадутся легенды, группа играет, то попадутся парни, которые отыгрывают, получается, на таких маленьких званиях. Благо у нас есть бустер, который компенсирует как бы урон, но реально пока что... У меня есть просто с чем сравнивать, друзья. Я просто раньше отыгрывал, реально. Тот мод, который, возможно, вы напишите, кто именно на моде это отыгрывал, как только он выходил, на каком-нибудь, не знаю, острове, холме, может быть, матчмейкинг в то время, период времени. Это прям небо и земля была. Перезарядка просто мгновенно. Два выстрела даешь 100% уроном и просто всех уничтожаешь, какой-нибудь бустера, и команда против ничего даже делать не может. Тем более, видите, у нас крит урона нету даже, по-моему. По крайней мере, я ни одной цифры не видел красного свечения. Так, мы должны что с вами? Наверное, поиграли на Викинга Молоте, быстренько затестировали. Хотя, может быть, еще вернемся к Викинга Молоту, посмотрим, насколько видеоролик будет долгий, какие биты у нас будут попадаться. Я хочу протестировать еще с Харьком и разобраться тоже с ним, как дела обстоят. Поэтому мы летим, наверное, за хот-флага. Я защиту именно в этом формате, любитель протестировать флажки, потихать, поскольку самый динамичный формат, как по мне, да, есть куда стремиться, ехать за вражеским флагом, дефить и так далее. Карта песочница, точнее, перекресток. Компактные карты, благо, попадаются, хотя на этих картах уже тяжеловато отыгрывать. Честно говорю, урон сильно теряется, даже на таких дистанциях. Я уже и не буду говорить о тех картах, которые Дюссельдорф, Берлина, там... Забудьте, что у вас молот стреляет по 1000 урона, можете максимум рассчитывать на 300 уронов в каких-нибудь средних баталиях. Так, летим. Вроде первый флажочек везли. У нас есть овердрайв, который мы сможем в скором времени потом реализовать. На харьке мне интересно, поскольку на харьке есть эффект пробития 3 секунды, с помощью которого мы можем просто за счет двух выстрелов шотить противника, даже среднего и тяжелого. Раньше я помню, когда мы играли на этом молоте, мы отыгрывали на карте Серпухов, то есть эта карта огромнейшая. Мы-то могли против Мамонта играть на Викинга Молоте с бустером. Молот позволяет не с лагером, дуплетиком наносить двойной выстрел мгновенно, а с бустером он повышается дважды, и мы могли просто тяжелый танк шотить. Сейчас тяжелый танк, к сожалению, не получится шотнуть, благо у нас есть... легкие противники, которые играют на харьке, и мы их без проблем разбираем. По счету пока, конечно, уверенно, тащим. Ну, в принципе, наверное, в моих руках все устройства неплохие. Довольно. Но, оп, мы даже с одного выстрела парня вынесли, даже не потребовался второй выстрел. Мы поэтому можем, в принципе, не торопиться. Два крита, кстати, криты все же есть. А, криты есть, потому что у нас, наверное, овердрайв харька. Вот без овердрайва я ни одного крита не увидел, к сожалению. Может быть, я не внимательно смотрю, но... Без овердрайва критов пока что не было. Это очень огромный минус, как по мне, в первую очередь. Тем более, я говорю, что на маленьких картах еще кое-как можно отыгрывать. На больших это просто забейте и можете даже не пробовать. Слайгер, конечно, в этом плане попроще. Хотя перезарядка, ну, как бы, да, дольше она, как у обычного слайгера, у которого есть 3 выстрела. 300 урона. Ну, блин, там резист, конечно. Полетели. Сейчас заставим флажочек, попробуем активировать овердрайв. И, может быть, что-то у нас... выйдет, и мы кого-то сольем, а может быть даже не одного противника, а сразу двоих. Твинси куда-то совсем не туда поехал. Так, Харек, дружище, смотри, оп, есть один. Второго, к сожалению, не сольем, благо крит дали 1000 урона. И можем попробовать Мамонту накинуть. Вот раньше я помню, ну, тут, наверное, бустера не было. Раньше Мамонт просто вносился за одну секунду, и парни просто ничего не могли сделать. Я думаю, что, наверное, большинство из вас даже этого и не помнит. И ребята, которые играли раньше в закрытках, наверное, понимает, о чем идет речь. Визитка 600 урона. Ну, там, конечно, резист. Давайте нашего хантера подстрахуем, который сейчас будет на КД. Тут еще и рикошет опасный. Ну, да. Ну, как-то так себе, если честно, отыгрывать на этом молоте. Да, конечно, есть внезапные два выстрела, которые могут просто уничтожить противника. Но что-то я особо недоволен. Это, конечно, вроде бы легенда против нас, команды, как всегда, нету. Я вот не понимаю, я команда. В прошлом бою были вообще на убрансике. Тут есть легенда, но при этом легенда, которая 90 очков за бой не набрали за половину матча. Вот так и играют наши, скажем так, игроки в танках, а потом удивляются, откуда такие легенды большие, потому что сами не знают, как такие легенды убивать, поскольку, ну, наверное, им опыта не хватает, чтобы такие цифры огромнейшие набивать, да и в целом понимание и опыта в игре. Так, ну, флажочек благо доставили, даже... То, что были против два викинга рикошета с овертайм, благо они, скажем так, довольно слабенько отыграли, и мы их без проблем реализовали и смогли доставить. Крит есть. То есть критов вообще на этом молоте нету. Это очень плохо, и тем самым эффективность этого молота падает.
Поэтому, наверное, возможно, в какой-то степени играть лучше всего на Хори Молоте, поскольку Хори Молота есть крит воздействия. Но на Викинге я по большей части любитель отыграть, чем на Харьке, поскольку, ну, на Харьке хп не так много, тем более с бустером хочется поиграть. Так, рикошат, который вроде бы привез, мы, в принципе, могли бы пойти вернуть 400 очков, друзья. Вроде как бы молот так себе, но по итогу что-то у нас довольно неплохое выходит. Нашего бы постраховать, который пытается, как я, наверное, плюс В, на овердрайве стоит, еще накидывает и пытается вернуть. Новобранец. Ну ладно, поможем парню, подстрахуем заодно и попробуем вернуть. Главное, чтобы минок тут не было, минок вроде бы нет. У нас есть двойной выстрел, который мы реализовываем и просто шотим противника. Я, кстати, не знаю, каким образом. Наверное, повезло, либо же крит вылетел. Наверное, крит все же есть на этом молоте. Либо я ошибаюсь. Давайте пробовать. Оп. Два белых выстрела. Это означает, что крит урона не было. Даем обычный выстрел. Даже не успели. 90% вердрайва. Но с харьком как-то попроще, честно, дается. Либо тут команда слабее. Хотя звонки, наоборот, выше. Но харьком даже по большей части нравится. Так, трущи, скинешь мне флажочек или нет? Ладно, стой сам. Хорошо, без брони, без ничего. Надеюсь, не вернут. А я пойду попробую у вражеской команды вернуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут зря смока туда поехала. Рискует очень сильно. У вооружения. Кстати, от молота 3 резиста против. Нашей команды нет, но, наверное, наших... Точнее, противоположной команды нет. Он пушки молота. Наши, конечно, команды, как минимум, я отыграю на молоте. Сразу 3 резиста ребята взяли. Такс. Я, наверное, прям тут. Хотя, может быть, и не тут вертая буду юзать. Наверное, все же на возврате активируем. Далем мамонта, оп. Блин, два выстрела, да, к сожалению. Не рассчитал, скажем так, тайминг, я не допустил, и два выстрела. Даже вот, получается, с харьком с овердрайвом, ну как-то в некоторых моментах тоже хиленько дают, 1200 урона, да, с резистом был, но и харек занерфлен, 3 секунды лишь пробить не дают, я не успеваю даже выдать дополнительные еще два молота, из-за того, что перезарядка прям долгая-долгая. Да, преимущество огромное в том, что есть мгновенные два выстрела, но они какие-то не всегда самые актуальные выходят, поскольку дистанция тоже влияет на это все. Так, шотнули, благо с бустером. Попали, видимо, четко дробинками, хотя они очень сильно разлетаются, но 3-0 ведем успешно, вообще без проблем. Наверняка, и мне кажется, команда против даже играть не умеет, что ли. Потому что, ну как-то, я лишь один, мне кажется, играю. Там парень с резистами даже есть, который играет 4 модулями. При этом ребята справиться не могут. Овердрайв Викинга, но я попробую засейвиться. Хотя бы выиграть время. Оп, на минке, друзья. Нифига себе поворот событий. И я тоже на минке. Шикарный поворот событий. Но, кстати, они могут не успеть поставить. Я флажочек отвез, благо скинул там. Там вроде бы кто-то из наших залетал. Либо Твинсик, либо Харек. Но неплохо. Да, успели. 3-0 в сухую закрыли. Красиво. Я, конечно, дал жару. Союзники так себе. Возможно, конечно, я у них все киллы забирал, и они поэтому много не набили. Но странновато. Как-то очков маловато. Я прям выбрался в лидера, скажем так. Так, давайте сыграем, наверное, еще один бой на Хантере. Попробуем. На разных корпусах, скажем так, проэкспериментируем. Заодно разберемся, на чем лучше всего отыгрывать. Наверное, пока что больше всего Харек понравился. Но, честно... Тяжело сравнивать, когда у вас молот зачастую используется слайгер, да, и вы помните, когда вы играли на дуплете раньше, который он был прям эффективный-эффективный, когда ты просто все средние корпуса шутил с двух молотов, а тут и половины выдать не можешь, и тем более слайгер зачастую играешь. Поэтому как бы вроде бы стараюсь быть объективным, но при этом не сильно получается, хоть и устроюсь за кристалл, и я зачастую советую слайгера, но все же. Так, сполетели Хантера Молот в атаку на карте Плата. У нас, кстати, первая карта тоже вроде Плата была, да, против маленьких звонок. Так, Теслу шотнули, благо, выжили. Везем, хоть и минное поле есть, но у нас, благо, есть спектр 25% от всего, и мы минки немножечко игнорируем. Вроде бы ушли отлично, не знаю, команда против опять какая-то слабенькая, либо грузились долго. Прям, скажем так, соперничества никакого не чувствую в сегодняшнем видеоролике. Маленькие звонки были, потом легенды были, но при этом тоже ничего не смогли сделать. И есть халявная аптечка. Диктатор, в принципе, на расстоянии. Ну да, вот видите, как бы... Вроде бы один выстрел хороший вылетает, да? 860 урона на такой дистанции неплохо, но вот второй выстрел 360 прям дает задуматься, а стоит ли использовать такой подобный молот. Так-то по очкам очень все шикарно, но...
Тут зависит от того игрока, который будет играть на устройстве. Понятно, что лично я бы не использовал никогда в жизни, если бы играл группой, поскольку, ну, группой вы знаете, что зачастую карты именно большие попадаются. Даже тот же серп, ухопредалер, уже там тяжеловато будет отыгрывать. Тем более против резистов, да, которые... Ну, я не видел... А, вот крит, кстати, был. Крит все же есть, но не так часто вылетает. На слайгер он, как по мне, почаще, тем более критом уроном побольше. Так, мы овердрайв, кстати, можем заюзать. А я понял. У меня, видимо, пробили. А у меня стоит устройство, я понял. Хорошо, я, кстати, не знаю, на харьке я играл тоже с таким устройством или нет. Зачастую мы вечерком с ребятами отыгрываем, получается, киберспортивный матч, в которых нету возможности взять, точнее, запрещено брать устройство танкоина, поскольку в нашем киберспорте все равно происходит, только защитами, и иногда бывает, что записывая видеоролики, я забываю, что буду отыгрывать, либо не рассчитываю, что буду отыгрывать на таких корпусах, и даже не меняю, по итогу оказывается, что я могу полбоя поиграть на устройстве, которое имеет только лишь защиту, но никакой не иммунитет, тем более, который, возможно, даже и в бою мне не пригодится, но тем более, я думаю, что для зрителей тот видеоролик или обзорчик становится более актуальным, поскольку не у всех есть иммунитет от пробития, либо от чего-нибудь еще, и гораздо все, скажем так, становится больше на свои места. Так, флажочек, который лежит просто на месте, стоит. Благо, вулканчик вернул, дружище, меня бы пропустить, либо ты не торопишься увозить. Так, овердрайв, прям тут юзаем. Стопим несколько противников, одного шотнули, а второго я, к сожалению, не успел. Хотя у нас было два молота, которых я вроде бы пытался реализовать эффективно, да. Слил одного, второй молот не стрелял, но не успел развернуться и попасть по противничку. 4 минутки до конца, вроде по счету все отлично. И Ризи, конечно, опасный против, который Ризи имеет. Благо у нас есть крит воздействия, поскольку Вердрайв Диктатор сейчас дает тоже крит урон на несколько секунд. Вроде, наверное, на протяжении 5 секундочек. Но тот урон, который вылетает, не всегда меня радует, честно, друзья. Не знаю, вы напишите, что вы думаете по поводу этого устройства, кстати. Играете ли вы на нем или нет. Но, честно, я даже после этого обзора, вроде бы даже не настолько он плох, как бы казался, но я бы не играл. Мне он не нравится. Я, как ранее говорил, что мы группами просто на большие карты играем, на которых он просто будет бесполезный. Тем более, крит воздействие не столько часто вылетает. А если вылетает, ну, не столь огромный урон, потому что на большой дистанции он очень сильно теряется. Вот мы дали 4 выстрела, ни один крит урон не вылетел. Сейчас еще 2 выстрела можем дать, попробовать. И посчитать, насколько часто этот крит вылетает. 5-й выстрел. А, так. 6-й, 7-й. То есть 7 выстрелов мы дали без крит урона. Вот поэтому эффективность этого молота все меньше и меньше становится. 9 выстрелов без крит урона, друзья. Как бы против резистов в нем точно отыгрывать я бы не стал. 3 резиста против. И ребята еще и прокачаны. То есть отыгрывать против них максимально тяжело. Так, у меня есть овердрайв, который нам может помочь как бы выиграть ситуацию. Хотя можно... Ладно, резизуем, потому что у него резист. Но флажочки, к сожалению, скидываются в режиме захват флага. Поэтому в таких моментах отыгрывать на хантере может быть и не так круто. Раньше, конечно, хантер позволял овердрайвам оглушить противника. Скинуть его флажочек и... Благодаря этому можно было возвращать. Теперь Хантер в таких форматах теряет немножко свою актуальность. Поэтому пока что я, скажем так, в первую очередь делаю акцент, наверное, и выбор на Викинга, либо же Хори молоте отыгрывать, чем на Хантера молоте, тем более в этом форматике. У нас есть халявный ветрайв, который мы можем законтролировать. Мы, кстати, ой, подлагнуло немного. Танки онлайн, конечно, дают жару. Фриза, видимо, тоже лагануло. Мы можем сыграть ближе к дефу, потому что, ну, счет вроде бы нас устраивает. Я вижу, что противник все больше и больше зажимает нас. И, наверное, мы сыграем ближе к дефу и попробуем данный счет засушить на нашем хантера молоте. Я думаю, что тут даже, хотя, наверное, юзать стоит или не стоит, не знаю. Не стоит. Пока что вроде сушим красиво. Не торопимся с овердрайвом, который нам может еще пригодиться. Будем стараться отыгрывать ближе к базе. Ой, наш Фриса привезла флажочек, нужно туда оглушать на всякий случай. Оп, и возвращаем, наверное. Да, успели, отлично, 2-0. Наверняка, чтобы наши поставили, чтобы уже счет был огромнейший. Нифига себе, Риса на самом деле на Крисе так быстро привезла, что я даже не успел взглянуть, она уже на нашей базе. Вот так вот встал вовремя в деф, и наши ребята даже без меня справились, увезли. Это отлично, я рад, что данные матчи заканчиваются только в нашу пользу, и мы прям справляемся налегке сегодня. Без каких-либо проблем, даже с таким молотом, но, как я ранее говорил, не знаю, напишите, что вы думаете, лично я
как бы, ну, вроде бы, с одной стороны, да, хорош молот, с другой стороны, ну, как бы и не очень. Благо, карты сегодня сопутствуют тому, что можно отыгрывать довольно неплохо на этом устройстве. Никаких проблем особых мы не видим и с ними не сталкиваемся. 30 секунд. Даем двойной выстрел. Шот тайм. Неплохо. Это, видимо, крит вылетел, поэтому мы шотнули противника, даже который был стрелистом. А лишь от крита спасает, друзья. Кому еще вдруг, возможно, непонятно и неясно. Лишь броненосец. Друзья, немножко прервалась запись, закончилась папень на компьютере. В принципе, мы успешно доиграли бой, буквально там 20 секунд до конца оставалось. Завершили, победили, выиграли, порвали всех. И, если честно, у меня какое-то неоднозначное мнение осталось об этом моде, поскольку, ну, лично я на слагере активно играю, и частенько мы играем на больших картах, на которых этот мод будет столь неактуальным. На маленьких картах, в принципе, что-то у нас получилось, даже занимали первые лидирующие места и... даже побеждали. Вы напишите, что вы думаете об этом моде, понравился вам или нет, и играете ли в целом на этом вооружении и с каким устройством. Я на данном моменте буду завершать данный видеоролик. Вы не забывайте, друзья, поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчики. С вами был Immortal Hero. Всем до скорых встреч.